Суд в Лондоне поставил точку в деле о покушении на премьер-министра Великобритании. Главного обвиняемого приговорили к пожизненному заключению. Кто собирался убить Терезу Мэй, расскажет Алексей Пшеницкий. 21-летнего жителя Лондона Наймура Захарию Рахмана признали виновным в покушении на жизнь премьер-министра Великобритании и подготовке теракта. Преступника задержали еще в ноябре прошлого года, когда он занимался подготовкой к атаке. Давно увлекающийся радикальным исламом, Захария планировал совершить взрыв у резиденции Терезы Мэй на Даунинг-стрит в центре британской столицы, а затем застрелить или зарезать премьера. Чтобы реализовать свой план, он связался через интернет с террористами Исламского государства и попросил помочь достать взрывчатку и жилет с тротилом. Захария не знал, что по ту сторону экрана находились вовсе не игиловцы, а агенты ФБР под прикрытием. Собеседников он просил найти такую же бомбу, сделанную из скороварки, как использовали террористы для взрывов на бостонском марафоне в США. Вскоре агенты подготовили фальшивую взрывчатку и пригласили Захарию встретиться на окраине Лондона. Там террориста и задержали бойцы британской спецслужбы МИ-5. Уже ожидая приговора в тюрьме, террорист поделился с сокамерником, что если выйдет, снова попробует реализовать свой план. Это и стало решающим фактором для пожизненного приговора. По словам правоохранителей, под мониторинг британских и американских спецслужб Захария попал еще несколько лет назад, когда выяснилось, что с помощью дрона в Сирии был убит его дядя, террорист ИГИЛ. Именно он поспособствовал радикализации Захария, считают в МИ-5. Наймура Рахмана также неоднократно задерживали по подозрению в педофилии и пропаганде исламизма. Однако до этого реальных сроков ему удавалось избежать. Изучать Коран в тюрьме, чтобы убедиться, что ислам не радикальная религия. Вердикт о пожизненном заключении с такими словами вынес суд Олд-Бейли в Лондоне. Право оспорить приговор Захария получит только через 30 лет, в 2048. Из Лондона Алексей Пшеницкий, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.